Завершаем наш день в селе Русенно Единецкого района. Сегодня у нас было путешествие такое на 800 километров от юга Львовский район до самого севера. И еще раз мы убедились, вот насколько наша Молдова маленькая, насколько она красивая и насколько хорошие люди здесь живут. То есть, мы действительно, если правильно организовать управление государством, то за небольшой срок, ну, исторически небольшой, там 8-10 лет, здесь можно значительно поднять и экономику, и социальную сферу, уровень и качество жизни людей. То есть сегодня как бы это общепризнано, что Молдова не состоявшееся государство, что она не состоялась как государство. Но это произошло не потому, что оно не, это государство не жизнеспособно. Оно жизнеспособно. То есть это и по размерам, и по населению, то есть по ресурсам. То есть можно сделать жизнеспособное, эффективное государство. Это произошло потому, что Молдовой плохо управляли. Первый президент, второй, все президенты плохо управляли, все правительства. И довели, в общем-то, дело до ручки. То есть вот эта идея объединить всех на основе патриотизма, любви к Молдове, вокруг государства, она вообще-то самое главное. Это надо сделать. И это можно сделать. И мы видим, что люди действительно именно этого и хотят. Независимо от там, партийных принадлежностей, то есть наша партия, другие партии, надо объединить людей вот вокруг именно этой идеи. Независимо от национальности, вот мы все как бы граждане Молдовы. Там разных, может быть, этнических национальностей. Молдаване, украинцы, русские, грузы, болгары, румыны. Но все равно все мы молдаване в этом смысле. Вокруг этого нужно всем объединиться. Это самое главное.